Но пока одни только готовят технику к посевной, другие уже стартовали в поля. Начинают с традиционной процедуры баранования, чтобы в почве сохранилась накопленная после зимы влага. Первым в поле вышел Хворостянский район. Сегодня к нему присоединился Безенчук. Аграрии говорят, главное здесь угадать со временем. С первой бразды репортаж Сергея Павлова. Выехать первыми на поля в этом хозяйстве доверяют тракторам со стажем. Хоть старые кони и томились целый год в мастерских, но борозды не испортят. Задача – закрыть в почве влагу, которая тут на вес золота. Три засухи за последние 4 года вынудили применить новые технологии. Осенью землю прорезают, чтобы устранить водную эрозию, а по весне почву обрабатывают щадяще, по поверхности. Лето и весна все время это праздниками считается. С утра до ночи. Вышли мы 2 суток сегодня, как вышли. Уже забарновано 60 с лишним процентов забарновано. Где-то послезавтра мы совсем заканчиваем. Угадать со временем, когда будить поля от спячки, пожалуй, главный тест для каждого агрария. Например, на эти поля вчера еще нельзя было заехать, техника бы просто увязла в грязи. Но погода благоволит и идет навстречу сельчанам, в отличие от прошлого года, когда зима сразу перешла в лето. После закрытия влаги тут будут сеять ячмень, пшеницу и кукурузу. Поднимется температура еще больше, начнем сеять то сразу. Ну, так мы, я думаю, что все вовремя, все в сроке сделаем. Техника у нас хорошая. Готовность хворостянских аграриев горячим будням намного выше прошлогодней. Нет дефицита в горючке и кадрах, больше завезли удобрений и повысили качество семян. Земля оценит их старания летом, когда созреет урожай. В прошлом году, если получили 60 тысяч тонн, в этом году собрать не менее 100 тысяч тонн зерна. Все основания для этого и расчеты имеются. В ближайшее время на баранование выйдут все муниципальные районы, и до посевной будет уж рукой подать. Сергей Павлов, Михаил Смирнов, Новости губернии, Хворостянский район.